друзья! Сегодня у нас очередная рыбалка, и опять мы с Анечкой решили отловить вот таких окуней и огромную щуку. Сейчас мы выезжаем на улицу 3 утра, едем рыбачить на озеро, пока тепло. Погнали с нами! Осень подходит. Быстро березовые листья и все что остальное. Подъезжаем к месту перекопа. Болото, лес. Перекопали пуще прежнего. Сейчас пойдем посмотрим, сколько серьезных. Вот здесь останавливайся, нет? Стоп, стоп, стоп. Ага. Переключай передачу. Куда? Ну, на парковку? На парковку, да. Пойдем посмотрим, как тут Михалыч. Перерыл на этот раз. Хорошо ли перерыл дорогу? Так, ну здесь вот объехать можно. Первая перерытая траншея. Там глубокая вторая и третья. Здесь совсем уже стало мелко. Вода, что ли, падать стала? Угу. Вот. Ну, объезжаем, как обычно, по старинке. Смысл трудился, трудился, Михалыч. Копал, копал. А дорогу все равно переехать можно. Забралась я на самый верх. Буду снимать с высоты. Главное тут не слететь со своего насеста. Поехали дальше. Ягоды прям пышет. Вот так, ну что, у Анушки неприятность, ее любимый блюфокс. Подцепился, вода упала. Ну вот все, заключительный раз пятерку запускаю. Иногда бывает, попадает, срабатывает. Вот так вот. Пощелкает. Ну что, придется. Подожди, рвать. Может, давай я подергаю. Оторвала. Эх. Хороший был блюфокс. Да. Это потому что если я сказала, что без потерь. Две штуки у меня, одну прямо щука откусила на скоростях. Вместе с поводком. А тут это... Жалко. Где же такой блюфокс найти? Купить, блин, теперь. Купить. Вот теперь только купить. А ты помнишь, сколько он чего грамм? Ну, пятерка. Сейчас я трешку, да, нацеплю, и будет вот полегче. Но деревянная, будет
Да, здесь дно коряжестое. Вот, ребята, моя снасть, моя рыба где-то тут и есть, болит. Па, па. Понятно. Кончик. Печально. Печально. Ну, пойдем собирать клюкву. Я уже вот набирала, могу показать. Много? Пока я тут отдыхал, разлегся в кресле. Тут у меня снасть, которую сейчас я буду одевать, это трешка. Ага. И вот я такой. Кружечка. Такая кружечка, да. Тихонечко тут не наступи. Вот. Вот сколько-то. Жучки, паучки. Клюквы мало. А ну покажи еще раз. Ну так что? А вот то место, пойдем где? Там вот делать. Ну пойдем. Сейчас, подожди, давай я прикручу. Я по-свойски. Это не надо брать на замет. Только я так умею привязывать. Короче, вот так вот одела. Вот два раза свернула мононить. И сейчас тут навяжу 100-500 узлов. Один узелок в эту сторону, а вторую петельку я вот в эту сторону. И так штук 5 или 7 вот. Ну, пока не надоест. Хотя есть друг Иваныч, который вяжет узлы. И мы его много раз смотрели, но ничего не запомнили. Нет, я вот как научилась так для себя вязать. И, короче, так я и вяжу. Можно еще вот тут вот какую-нибудь такую... какой-нибудь такой умный узелок типа сделать. Ну, короче, пускай болтается. Мы это сейчас отпилим. Ну, в смысле, подождем носик. Ну все, тьфу-тьфу-тьфу. Новый давай. Я вот думала про тебя, Блюфокси, на трешечка. Так. Ну, так собирает север, когда лень уже руками. В принципе, по несколько штук. Что вот влезло, что не влезло, то тут руками. Тут кочки такие не сильно богатые на клюку. Вот. Короче, что-то, блин, руками. Руками тоже я вот, вот так вот быстро собираю. Но мох очень режет пальцы, поэтому лучше вот такой вот эмалированной кружечкой советского старого образца сардеповского. В принципе, можно хорошо насобирать. Вот на такой с высокой кочке. О, видите, раз, и прям целое жменье. Это если нападешь на хорошую кочку. Вот. Ну, пока я с вами говорила, вон уже донышко закрыто. Вот. Если кто хочет еще поговорить, я сейчас руками быстренько чашечку дособираю. Клюква у нас уже готова. Клюква очень крупная. Есть двух разновидностей. Потемнее, посветлее. Какая-то матовая прямо есть все тоже. Ну, в общем, в целом, как бы мы считаем, что она уже готова. Дома просушим, переберем. Сейчас тут тоже провеем. Ветер хороший. Вот. И будет у нас морс. Жмение за жменей. Да. И у тебя в итоге... Кирпичик за кирпичиком. Да, и домик получается. Ну, вот тут прямо вот под вами. Вон она какая. Огромная просто. И надо клюкву всегда собирать против солнца, тогда ты ее хотя бы видишь. А когда идешь, солнце тебе в спину, то ягоду почему-то ты не замечаешь. Ну, по крайней мере, я всегда так. Ну вот, тут, конечно, эта кочка вроде как бы хороша должна быть, но клюкву тут нету. Бедновато, бедновато кочка. Да, ну вот давайте еще тут. Вот, пойдем. Может быть, надо идти на другой берег. Вот, там всегда он более... как это сказать вам, там плывут. Там пожирнее. Да, пожирнее. Там, мне кажется, можно собрать. Ну, помогайте скорее собирать мне клюкву, чтобы уже быстрее была кружечка. Кружечка, наверное, 100 грамм, да? Ну, да. Не 50, я надеюсь. Нет, не 50. Вот, ну я уже, наверное, пол 10-литрового ведра собрала. Ну, сейчас вот Демар придет, покажет. Конечно, руками ты собираешь это все чище, но медленнее. Да и мелковата она нынче вообще. Вот. Ну да, это мы какую-то неправильную клюкву.
прямо не наша клюква. Не, какое-то неправильное болото. Сюда, какие-то неправильные у вас эти. Вот это вот хороша. Но видите, кружка полная. Поэтому мы сейчас соберем это дело все руками. Вот как раз будет кружка. Вот она прямо жменями. Я сейчас переоденусь, наверное, сниму штаны. У нас тепло уже становится. Жарко даже, я бы сказала. При всем том, что я жуткая мерзлячка. Вот. Даже я уже согрелась. Еще мы чай горячий попили. Ну все, теперь куда дальше будем собирать клюкву? В подол? Нет, это мы высыпем сейчас. Нет, так это понятно. Клюква, что, послушай, прям прилично клюква. Что сделаем с горкой? Почему-то, когда становишься подальше от нее, кажется крупная. Присаживайся поближе, мелковатая. Ну вот, в общем, собственно говоря, ребята, собираем ягоду. Да, за 3 секунды дело это быстрое, когда ягода хорошая. Кочка такая прямо богатая ягодой. То есть можно довольно-таки быстро собрать. Ну вот, можно сказать, обобрали, поднесли в наш пакетик. О, даже еще тут осталось маленько. Начался сильный ветер, днем было тихо и никого, и тут вот на тебе. Ой, сломала крючок в середине, щука. Вторая сход был просто потому, что сход. И третья, короче, утащила меня полностью в облик. Расстегнула крючок. Обалдеть. Там трешка вот вообще, страсти. Это, знаешь, конкретная. Ветер, да, ветер разыгрался. Разыгрался. Но, может быть, не сильно нравится. У меня поводок, если что, есть хороший. Да, надо. Короче, надо мне срочно, чтобы вызвали хороших поводков. Принимаю поводками комплименты. Да-да-да. А то эти китайские зеленые, это вообще ужас какой. Я теперь поняла, что это полный пуфел. Ну да, ну, есть в Китае что-то хорошее. Вот, но... А так, да. Сейчас ждем поклевочки. Тамушки. Более агрессивнее, более жестче, да? Посмешнее. Посмешнее. Прям ох, как она прыгает. Прыгает такая активная. Да? Что такое? Подсак вообще-то там. Тащи аккуратненько, потихонечку. Ох, какой. Это, это окунь. Да такой. Ё-моё. Это бревнышко еще бревнее. Все проснулись, проснулись. Ну, твои в ладошечки даже просто не помещаются. Не, это, слушай, это 200 кило. Как бы не больше сейчас. Щипчики дать? Ну, сейчас надо теперь 3 крючка отодрать, как весло. Вот ветер дал и пошел. Поднял рыбу, ага. Поднял рыбу со дна. Так он мы, я прям вижу, как мы колышемся. Вот. Так, ну что, сколько? Сколько килограмм? Отлично. Я сразу 2. Отлично. К твоим ножкам прыгает. Это кило 200, наверное. Знает, кто рыбачка. Ну, килограмм точно же, да? Да, конечно, смело. Туанушки. Говорит, 2 килограмма, 2 килограмма. Поперла. Хорошо, что не поехали. Я решил телефон не включать, а включил DJI Pocket Combo 2. Камера со стабилизацией. Хорошо отображает картинку. И 4К съемка. То есть все эмоции, капельки и брызги видны прямо на кадре. Да, руки тоже. Только непонятно, в чьей, в рыбьей, в своей, или уже все перечисталось. Как там говорится? День шел к закату. Время 3 часа дня. Волна поднялась приличная. Ветер забивает камеру. Ждем поклевки. Тайфун. Приштормовой такой ветерочек. И мы ждем, когда что-нибудь дозреет. Ванечки клюнет.
Ничего пока не клюнет. Клюнет, клюнет. Нет. Сейчас подойдет. Большой самозан. Опа! Смотрите, как она взяла! Ай-яй! Где она? Не видим, не видим. Тащи ее, тащи, щука! Это щука! Вот она, вот она, вот она. Смотри, какая же, ух ты! Так, все видели, что щука, да? Все видели, ух да? Ух ты! Вот, сейчас посмотрим. Осторожно! Ага, она осторожно, она едва зацепилась. Вижу, сейчас будем пробовать. Пробуй потихонечку ее. Потихонечку. Есть красавица. Ей главное, знаете, ребята, когда вот такая, подсака нету, а у нас его, как правило, нету. Он не, он есть, он там лежит. Да, ну, под рукой имеется в виду, нету. Ах ты ж. Ух, какая! Вот смотрите, если чутка зацепилась и такой высокий берег, любую рыбу дайте маленечко ей глотнуть воздуха. Она, конечно, психованная, но она у вас есть буквально секунда-две, чтобы вот так ее выволочь на высокий берег. Спокойненько, да. Да. То есть вот видите, вот она сейчас у меня сидит тут, ждет, наверное, когда мне вогнать все эти три крючка. Вот. Есть. Куда поползла, 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 поползла. Болото. Болото. Вот так вот. Отлично. Ну, это какая-то светленькая попала. Отличный заброс. Отличное выуживание. Обычно я, конечно, так не кричу. Но сегодня мне хочется. О, столько эмоций! Столько драйва, потому что щуки давно, конечно, не ловили. Хорошо. А собирались мы уже домой ехать. Да. И тут Анечка говорит, пойду-ка я кину пару раз. А потому что ветер. Ветер начинается. А куда нам торопиться? Это до дома мы полетим. Штормовое. Оно любит штормовые поклевки. Вот завтра здесь будут супер поклевки. 15 метров в секунду. И дождь. И дождь будет? Да, 0,8 это там 4 капли. На дождь я не согласен. Ну, знаешь, в принципе, можно было и на дождь, если бы на машине можно было потом обратно возвращаться. А на квадре... Но мы уже с тобой как-то ездили сюда под дождем. Да, там вода в очки залетает, ты едешь весь и мокрый, очень. Хоть и скорость небольшая. Намёрзли. Ну ладно, не будем отвлекаться, самое главное. А главное, где этот удар, маленький, красивый, большой, жирный удар? Ведь самое главное, что в рыбалке на спиннинг? Ведь это поймать эмоции удара и сопротивления, что как будто ты ее зацепился. Но на самом деле ты кого-то тащишь. И неважно, крупная или мелкая. Мелкую можно отпустить, а вот крупненькую, если, конечно, ты еще не наловил себе должным образом рыбы, то можно взять. Ну, а если уже наловился, то можно чисто ради спортивного интереса половить, потягать и отпустить. Собираться домой и приехать в следующий раз. Вот честно скажу. Не, ну, ради драйва тоже. Ты же сейчас эмоции откуда и для чего? Тебе это интересно? А то я в тот раз одного окуня наловила, мне что-то уже приелся окунь. А щуки... Ух, ветер задувает микрофон. Ну слушай, так-то не должен, небольшое. Нет, хорошее. Хорошее? Хорошее. Еще очередное. Ух ты, как она долбит и удочку. Да и такой, да такой окунек. Почетный. Почетный гражданин окунь. Я уже хотела с этого места уходить. В очередной раз попался к Анечке. Как говорится, опустила удочку в магазин. На рынок. На рынок. Подергала удочку по рынку. Поторговалась. Да, поторговалась с Нептуном. Нептуном, ну ладно. Нацепил. Осторожно. Пальцы осторожно. Так, о, смотри, как они разлетелись. Ага. Попало в кадр, нет? Да, да, да. Они прям испугались друг друга. Я уже хотела поднимать удочку. Перебудораженная рыба, видишь, какая местная. Это точно, есть такое дело. Очень. Я прям давненько такую рыбу не видела. Она прям психованная. Тихий. Ждем удара. И таким образом мы натаскали сегодня себе целый садок. Ну, сейчас, наверное, и будет целый садок. А то мы с утра
как-то там едва донышко прикрыто. Мы сегодня щуп побольше. Ух ты! Вот это! Окунь как! Вот это он свечку точно! Надо, я его видишь как взяла! Он... Слушай, щуки видела, что прыгают, да? А то, что окунь так прыгает, ну потому что он, видишь, по-ненормальному взялся. Да, не повезло парню. Не повезло. Это девочка. Ну, девочке не повезло. Осторожно, смотри, чтобы она у тебя так в руках. Ну а что, мы сейчас как раз на камеру снимем еще дубль 2 как-нибудь. Данечка наловилась у меня окуньков. Завершилась наша рыбалка, и мы с Анушкой возвращаемся домой. Загрузились в квадрики, погрузили нашу добычу. Смотрите наши стримы с прямой эфира с рыбалки. Сегодня было их два, великолепно. Ну а мы поехали домой. Едем нам 3 часа ехать на Росомахе Экстрим Плюс. Все, вперед домой. До новых встреч, друзья!